Во вторник в Самарской области облачно, пройдет небольшой дождь, 9-11 градусов днем, ночью 5-7, выше 0. Ветер северный 4-6, порывы до 11 метров в секунду. В Сызрани малооблачно, осадки в виде небольшого дождя, днем плюс 11 градусов, ночью плюс 6, северный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти облака, дождь, днем плюс 11, ночью 5 градусов выше 0, северный ветер 4 метра в секунду. В Самаре облачно, небольшой дождь, плюс 9, в дневное время, ночью плюс 5, северный ветер 5 метров в секунду, атмосферное давление повышенное 761 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 67%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.